встречайте знаменитого клоуна. Ла-ла-ла-ла-ла, я клоун. Ла-ла-ла-ла-ла, я клоун. Кто я? Я мышка. Я мышка. Ой, не упали эта штучка. Ой, я не заметил, иди куда? Ай да, сюда, веда. Сейчас Саша Громовым на Покровском рынке. Будем покупать ему доску. Будем делать ему на балконе ветрозащиту и пленкой закрыть, чтобы он мог там выращивать себе какую-то зеленушку. Привез я с Сашей машиной доски ему. 10 штук мы взяли. Потихонечку доехали. И вытаскиваем на 4-й этаж. А как же? У нас должно быть все зафиксировано. Проценты возьмете? Давайте не. Все распускаем. Уже отдохнули, покушали, отдохнули от подъема всего наверх. Да. Распускаем теперь на брусочки. Как дешевле, нежели покупать брусочки. Как всегда, бывают нежданчики. И вот советский любимый синий бетон, ударная дрель бошевская не берет. Еду к другу Мише, а должен у него перфоратор. Ну вот, сделали мы вот такую вот рамочку. Сейчас. Я уже отвез перфоратор другу. Да, отлично. Все. Сейчас пойдем гам-гам. А потом дальше будем работать. Так, вердикт, на улице ночь, сейчас где-то 9:30 вечера, мы тут закончили с Сашей. Ну, более подробно смогу показать, когда мы приедем к ним в следующий раз, тогда можно будет посмотреть. Вот такой мы с Сашей сделали мини-тепличку на балконе, сделали за один световой день, вот вдвоем. В будущем планируем сделать наверху маленькое окошечко для проветривания. Из-за того, что времени было мало, сделали вот такой вот. Сегодня Анечка и Сашенька будут рисовать рисунок. Да, ребята? Да. Ну, давайте. Я наставлю солнышко сейчас. Солнышко здесь. Да. Здесь же солнышко, да, будет? Рисуем. Еще? Нет, еще нужно. Вот деревце у меня будет. Так. А да, это трава. Да? Трава. Да. Ты какая девочка, да? Теперь солнышко, давай. Вот, да? Солнышко. Еще солнышко? Не бывает два солнышка. Хорошенько травку разукраси, да? Да. Мы с Сашей очень хорошо потрудились. И вот какой у нас рисунок получился. Привет! Привет. Я вас застала на горячем. Что-то вы, кого это вы укачиваете спать? Мы укачиваем свои яйца. Динозавриков. Свои яйца? Это ты снесла яйцо, да, я так понимаю? Динозавриков. Ага, ты курочка. Ага.
яйца динозавры какие-то. А, о, яйца динозавры. Мы динозавры. Мы сегодня будем с вами вместе вылупливать вот этих динозавриков, да, которые внутри? Да. Это, покажите поближе, у кого какой? Не зеленый. Так, у Пашеньки зеленый. Вот такой. Один. У тебя какой? Коричневый, да, золотистый такой. У меня синий. У Тёмочки синий. Серный. И у Анечки серый. Серый. Что мы будем с ними делать, расскажите? Класть их в воду, а потом динозаврики будут расти, расти, расти. И горлопа пробьется, и динозаврики будут лопаться. Смотрите, давайте, да, сейчас будем. Паша зальет. Вот здесь внизу есть дырочки. И вверху дырочка, через них будет затекать вода. А теперь мы будем за ними наблюдать, правильно? Да. И будем вам показывать процесс. Будет ли расти яйцо? Кто думает, будет ли расти яйцо или только динозаврик? Да. Нет, я думаю, динозаврик. Динозаврик будет расти, а яйцо не будет, да? Майка. Что-что? Майка. Маленький будет динозаврик? Или большой? Майка. Маленький, да? А кто думает, что большой будет? Большой. А какие вы думаете, по величине будут динозавры? Вот такой. Так. Паша думает вот такой. Анечка думает до 5 сантиметров. Да, Тёма тоже думает. А у тебя какой? Вот такой будет динозаврик? Ну Саша сам маленький. Скажи, динозаврики думают, что маленький будет. Ну вот прошло двое суток. Паша лидер. Паша динозаврик лидирует. Вот он вылупливается. Удивительное дело, скажи. Да. Еще все остальные, мы их и не показываем вам. Даже не начали вылупливаться. А у Паши... Уже голова вылезла. Посмотрите, какой интересный он. Уже голова вылезла. Это чудо. Спинозавр. Вот это такое мордочка у него, лицо. Ой, у него, Паша, какой-то двойной хребет. Да, это спинозавр. Класс. У него двойной ребра на спине. В общем, он вылупливается у Паши, а у всех остальных почему-то они еще не хотят вылупливаться. Да, сына? Да. Ну что, прошли третьи сутки. У одного единственного Паши вылупился динозавр. Ну что, Паша, доставай. Ура! Покажи. А кто это? Покажи всем. Вот кто это? Вот такой динозавр. Я не знаю, кто это. Сейчас попробую настроить. Я буду. Ну что, прошло около 4 суток, правильно? Они двое-трое. Они еле-еле вылупились. И посмотрим, что у нас получилось. Да, давай с Сашеньки начнем. Вытаскивай его. Так, покажи, что у тебя получилось. Да вот, тряпочку мы подготовили. Вытирай. Покажи, что у тебя получилось. Кто у тебя там? Динозавр. А ну покажи. Вот такой у Сашеньки динозавр. Покажи. Он какой-то двухголовый. О, у Тёмы какой-то двухголовый динозавр. Первый раз такого видим. Показывай. Стоит он у тебя? Да. Подожди, Сашенька. Точнее сидит. Ой. Не хочет он стоять. Точнее сидит как-то. У него одна нога больше. О, вот так. Точнее сидит. Какой-то странный динозавр с каким-то таким этим. Гребнем. Сверху. Гребнем. Это, наверное, лишний кусочек. Или это гребень у него? Нет, это лишний кусочек. Здесь у них иногда попадаются лишние кусочки. Ну, короче, Аня сама решит, будет это у нее гребень или лишний кусочек. А у Пашуньки мы вчера достали, и он стал маленький. И Саша уже успел ему хвост отломать. Так что на ночь, чтобы ими играться, нужно их класть в воду. Потому что по сравнению, смотрите, какой маленький стал. Вот так вот вытяну. Вот он. Вот он, насколько уменьшился уже. Как тебя зовут? Динозавр? Меня тоже зовут динозавр. Ешь меня? Ты чего в пасть? Скажи, я не ем. Скажи, я добрый. Добрый. Нам пришла шикарнейшая, заказанная нами посылочка. Сашуня, что вы нас просили с папой заказать вам? Шоколадки. О, вы даже не представляете, что здесь. Я не знаю. Даже не представляете. Упаковки в зеленую упаковку, в красную упаковку, в желтую упаковку. Ты откуда знаешь? Ну, папа, наверное, пришел утром, когда я с папой спала. Да? Я им хотела сюрприз сделать, папочка. Ребята, а теперь, так, давайте так, Сашенька, чиха. Я сейчас расскажу, что здесь, а потом мы будем вместе открывать и пробовать. Ребята, вы помните, мы в предыдущих видео «Жизнь за кадром» показывали, что мы заказали на пробу шоколад из кэроба, жареного и необжаренного.
в Royal Forest. Есть фирма, которая выпускает... Кстати, я перерыла в интернет, в поисках. Я не нашла больше никого, кто производит вот такой шоколад. Это от Маргариты. Угадал? Ну, это кто отсылал. Да. А от фирмы Royal Forest. Так. Так, культурно себя держим, чтобы потом не говорили, что дети дикари. Я понимаю, что вы любите шоколад. Бесспорно, конечно. Тут и взрослый не удержится. Но я к шоколаду еще одну вещь заказала. Ребята, на сайте очень много продукции. Мы даже делали опрос по поводу этих сиропов, которые у них они продают, делают. Очень много было позитивных отзывов. Мы со временем их тоже попробуем. Но из-за того, что у них очень много всего, очень, орехов, разных порошочков, разных плодов, фруктов и так далее, мы все это сделаем постепенно. В этот раз мы заказали вот какую вещь. Вы знаете, что мы отказались от сахара? Давайте так, начнем с шоколада, потом продолжим. Мы заказали... Опа! Это так, наша да? Накладная. Кто какой? Давайте так, сначала определимся. Стоп, стоп, стоп. Не разбираем, держимся в руках. Угу. Кто какой шоколад тогда мне заказывал? Я не жареный. Подожди, Сашенька. Я не жареный. Так, смотрим. Жареный это? Обжаренный? Ты не обжаренный. Ты какой нет, заказывал? Обжаренный. Жареный? Обжаренный? Нет, Саша, Саша, вот твой. Ребята заказали конкретные шоколадки. И вот еще какой есть. Здесь шоколад. Приближаешь, да? Скажу. Значит, есть шоколад с ягодой гочи и изюмом. Синий. Это синяя упаковка. И с миндалем в зеленой упаковке. Салатовая такая упаковочка. Вот сейчас мы и будем его пробовать. Мы тот пробовали на камеру. Боря поделился своим. А давайте мы этот попробуем. Потом, потом тот откройте. Это каждому из вас лично. Очень детям он понравился. Очень-очень. Они тут ходили узнать, мама, папа, закажите снова. Мама, папа, закажите опять. Мама, папа, закажите опять. Кстати, стоит, мы подсчитывали, относительно недорого. Ну, то есть, соответственно, натуральному хорошему шоколаду. Вы помните, мы подсчитывали, сколько стоит шоколад из какао-бобов, сделанный натурально. То есть, в домашних условиях. Плитка обходится примерно 200 рублей за 100 грамм. Это чисто вот, без всяких примесей, как... Ой, порошка вот этого, сухого молока и так далее. То есть чисто вот шоколад соевого с медом. Соевого лецитина и так далее. Да-да-да, чистый шоколад. У нас Боря, мы заметили такую вещь, вот к слову будет сказано, стал есть шоколада намного меньше, чем когда мы его покупали. Потому что концентрат шоколада стал больше, то есть вот только какао-масло, какао-тертое. И вот он стал его меньше есть. И мед. И мед там, и все. Ну, у нас, в нашем случае. Значит, вот такая плитка стоит 150, да? 150 рублей? Я не помню. Я уже говорила в тот раз. 150 рублей, да, 150. И также все, и с миндалем, и с ягодой годжи, чтобы мне просто не перепутать. Примерно, а здесь 75 грамм, плюс-минус 5 грамм. Вот примерно в плитка, если бы была 100 граммов, обходится в 200 рублей. То есть это нормальная цена для нормального качественного шоколада. Потому что то, что продают в магазине, ну, к сожалению. В общем, ребята, мы сейчас не весь, будем... но... В основном, нет, все мы знаем, чтобы купить хорошую плитку черного настоящего шоколада, она не будет стоить дешево. Она не будет стоить 75 рублей за шоколадку или 60. Она будет стоить примерно 200 рублей за шоколад. Тёмочка, идешь пробовать с нами шоколад? Давай, сына. Мы будем пробовать шоколад с ягодой годжи и изюмом. Потом, не-не-не, вот этот сначала. Мы открываем сначала вот этот, потом тот. Что скажете? Спасибо. Ну-ка, что скажете? Ого, ты что? Держи. Мама! Ого, вот это же оно. А ну, пробуйте. О, у меня тоже такой. Держи. Изюм, мама. Ну, какой шоколад понравился больше всего детям? Да. Синий. Синий тебе понравился? Да. Тебе какой? Тебе какой? Миндаль. Тебе какой? Миндаль. Мне тоже миндаль. Вывод детей очевиден. Кайков. Детям Кайков. Больше понравилось с миндалем. Все. Будем знать, что в следующий раз заказывать. Есть такой порошочек, как лукума. Ребята, почему подробно вообще останавливаемся на этих продуктах? Потому что, ну, вы знаете наш стиль жизни, к чему мы стремимся, и очень многие интересуются вот такими всеми вещами. Можешь не дергать ее? А, не дергаю я ее. Угу. Лукума. И я пока... Мы вот через этот кэроб-шоколад, я не посмотрела, что там еще есть на сайте. Я даже не знала вообще о такой вещи. Что такое лукума? Это в двух словах. Страна происхождения Бразилия. Значит, растет фрукт, насколько я поняла, фрукт, который сам падает с... Я просто даже читала в гугле, что такое лукума, как ее производят. Ну, мне же нужно знать, что я заказываю, правильно?
Значит, фрукт падает, недозревший, на землю. Его собирают и, если я правильно все поняла, будет интересно, почитайте сами в интернете. Значит, собирают, хранят под сеном или соломом, уже точно не помню, чтобы он дозрел. То есть специальное у него хранение. Он дозревает. Потом эту лукуму высушивают, смалывают вот в такой порошок. Она, я так поняла, эта лукума очень сладкая и получается заменитель сахара. Естественный, то есть вообще без никаких добавок. Вот хотим попробовать, насколько она сладкая и насколько нам хватит вот этого пакетика. Почему? Потому что, например, есть продукты, в принципе, мы уже привыкли без сахара, и мы заменяем его медом. Мед, он у нас есть, да, не надо его с Бразилии выписывать, да, и так далее. Но есть продукты, которые, например, хочется испечь торт. И он, мед не добавишь, мед нельзя нагревать. А выше 40? Да, выше 40. А вот печь нужно именно уже с сахаром. То есть нельзя потом смазать медом его или еще что-нибудь. И хочется найти какое-нибудь что-нибудь в виде порошка натурального, что заменит сахар и что можно нагревать. Сайт, ссылочку на сайт я оставлю в описании видео. Очень много прикольной продукции, интересной. Все, в принципе, вот такая нам пришла посылочка. Классная и прикольная. Мы все готовимся к представлению, да? Папа здесь сидит, я сниму, сижу, снимаю. Ну, давай! Здравствуйте, я ковбой! Я похож на ковбоя, да? Да, я ковбой! Значит, будет представление ковбоя! Сэр ковбой! Я ковбой, да? Нет! А кто я? Клоун! Клоун? Да. Хорошо, будет представление клоуна. Сейчас я уберу свою лошадку, ладно? Фокус, фокус, черри, рокус. Как вы думаете, кто там? Заяц. Заяц. Заяц? Так, давайте посмотрим. Как вы угадали? О, давай. Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Бабушка! Которую я с самого детства там выступала в цирке. Это крутит. Крутит? Я совсем не припомню, чтобы она крутила кольцо. Клоун, ты говорил, песенку споешь. Да? Жила одна бабушка, которая всегда выступала в цирке. Одна, одна, одна. Все аплодисменты хлопали, все кричали «Да!» И бабушка моя кричала «Ха-ха-ха!» Так, бабушка, ты помешаешь? Молодец, артистка. Фокус, фокус, черверокус. Мяч. Мяч, да. Это кто? Что это такое? Лягушонок. Это крокодил? Лягушонок. Динозавр с зеленой юбкой. Какой-то не знаешь. Крокодил. Давай играйте в игру «Лови». Да. С кем мы сначала будем играть? Я. Со мной. Со так, мной. Давайте. Так, я сейчас вам сделаю считалочку, давайте. Да. Чтобы было честно, да? Жил на свете клоун, он его знали Черри-рок. Так, давай. Готов ловить? Да. Подставляй ручки. Поймал. Теперь ты бросай клоуну. Ну ты не угадал. Это так не по правилам. Нужно сбросить аккуратно. Запрятит и уйдет. И когда я после не вернется. Ребята, так, теперь с тобой. Готов ловить?
раз не будет концерта. Ну что, папа? Аплодисменты. Аплодисменты клоуну. О, клоун, выйди к нам, поклонись. Не, клоуны веселые должны быть. Пускай нам, нашим деткам запомнится веселый клоун. Пока! Пока! Вот это наш, этот, кто его? Клоун. Клоун, да? Да, мы с ним будем клоунами. Вы будете клоунами выступать? Да. Вот это вы, ты красотуля такой, слушай. Чешки. Ага, резинки. Умничка. Ну, посмотрим на ваше представление. Готовьтесь, да. Готовьтесь, да, ребята. Саша. Это Пашунька готовится. Ну, приветствуем двух знаменитых артистов. Привет! Привет! Аплодисменты! Поддержим артиста маленького. Он первый раз на сцене. Стесняется еще немножечко. Давай, Саша, сделаем фокус. Давай. Теперь этого. Записываем. Учусь, учусь, приехали люди. Учусь делать. Учусь, еще попробуешь сначала. Я знаю, что мне понравится. Майонез домашний делаю. Кто кого на что вдохновляет? А, ты не знала, что тебя снимает? Достали Оксану Москов. Снимает скрытая камера. Ничего, она не скрытая. Сразу рецепт записывай, а потом поделюсь. Ой, подожди, давай, я открою тебе. Сам. О, давай сам. Все? Мама! Что там? Да. Играйте. Это примеры, их очень много. 2 + 2. 4. 10 - 5. 10 - 5. 10 - 5. 10 - 5. 5. Да. 6 + 4. 6 + 4. 6. Что делаем? 9. 10. 10. Письма разбираете? 10. 8 - 8. 8 - 8 равно 0. А 10 - 0. 10 - 0 равно 10. Это что ты у тебя такое? Спи. Ай, тут лев какой-то или тигр бегает. Кто он такой? Класс. Тут еще бандуристы сидят, гитаристы. И объясните, что это у вас такое? Класс. У меня сами по 6 струн. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Из чего вы их делали? Из резинок и крышек. Да. Но нужно очень хорошо одевать их и стараться, чтобы они не лопались. Да. Они просто ломают. Вот так вот. А ты кто? Ай! Ой, какой-то зверёныш. Нам одолжил, чтобы мне одолжило тихо. Тихо, да? И даже звук разный у тебя, сыночка, да? Да. Класс. Ням-ням. Делаю Саше кофточку такую. Угу. Ты что здесь ешь? Я себе делаю шляпу. Только я тут запутал эту штуку. И никак не могу зашить вверх. Запутал как-то эту иголку. Непонятно как. Что-нибудь придумаешь, да? Да. Никак не могу раз. Не, назад и не получится. Нужно обрезать. Назад уже не получится. Обрезаешь. Вытаскиваешь всю нитку, заправляешь новую, обрезать. Вот так. Заправляешь новую. Вытаскивай. Вытаскивай, вытаскивай. Где там узелочек у тебя? Там нужно начинать, да. У нас день приготовления мантов. Оксана любит меня готовить манты. Учит меня готовить манты. Это манты с тыквой, картошкой и луком. Вот такие красивые манты выходят. Ну, посмотрим.
попробуем, опробуем, если что, будем готовить. Так, Боря раскрыл свою машину. А ты маленький помощник, папа? Да. Ты папе помогаешь? А в машине. В машине ты. Открыть. Открыть? Или закрыть? А что ты делаешь? Пафать. Сидишь? Да. Да? Сиди. Боря, объясни ситуацию, да, я у тебя интервью возьму. Виталик мне помогает разобраться. Виталик помогает тебе разобраться. Да. Угу. Она же у нас до сих пор барахлит-то понемножку. До сих пор. Ищем. Ну, найдете, скажете, если найдете. Что? Пока. 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 Ну? Не знаю. Видно. Какие будут приказания, мисс? Давайте.